Здравствуйте, гости моего канала. Сегодня немножко расскажу о наших спиннингах. Это Ивана спиннинг, это мой спиннинг. У меня ИТА, Эксперт Кустом Барон. EX510 ULX. 1,7 ЛБ, 1,5-9 грамм. Катушка Дайва Лювес 2004H. Воблеры, воблеры не буду там ничего говорить. Лесочка у меня GTR Apollo 016. У Ивана Страдик 3000, в принципе, по весу она и подходит, ей нормально. Монолеска 0,2. Рерокому у него RRTS 51L, 2,5, 8 грамм, 3,6 ЛБ. Ну, чуть-чуть большеватую поставил, не перемотал на шпулю, у нее есть маленькая шпуля, надо потоньше сюда леску. Воблеры тоже, это Саня Чадина воблер. Ну и что, вот мы сейчас покажем вам немножко видео, как мы ходили, ловили. Сегодня не очень рыбалка получилась, так как русло сильно поменяло после шторма. Воды много было и не в лучшую сторону сделало. Из-за этого мы не шибко нормально так порыбачили, но все равно мы довольны. Как бы так, ловили на воблеры, блесна, в принципе. Больших линков там не поймали, одного там поймали, один сошел, и все. Пеструшки, в принципе, доставки было. Мальма небольшая, Иван такую хорошенькую одну поймал, и все. У меня все маленькое было, даже там, фотографировал, но не особо так. Ну и все, что, больше нечего, в принципе, сказать. Будем смотреть, продолжать делать. Итак, я вот, приехали мы на речечку, первые, немножко побросал и вот, пеструшечку взял, вот такой красавец. Блесна Forest, моего производства, я ее обклеил, осис поставил, 2,8 грамма, вот такая красавица, смотрите. Ух. Сейчас мы ее отпустим. Беги, даже в руки не беру ее. О, все, побежал. Вот еще одну взял пеструшку, уже много поймал, такая неплохая. Сейчас мы ее отпустим тоже. Там-дам-дам-дам-дам-дам. Красавица какая. Динамик, крючочек, ассист. Иди. Пошло. Ну что, вылазка. Блесна первая. Forest. Ну, по спиннинг я чуть попозже расскажу. Блесна Forest. Вылазка первая с Ярославом в этом году. Заброс. Местечко. Смотрим. Хорошенькое, знакомое. Проверяем. Первого леночка зацеп уже был, но он у ног сошел. Небольшой. Пеструшка тоже была. Сейчас еще разочек. Еще бросок. Пробуем. Блесну, Вичу. Иван, заметил? Вичевская блесна. Да. Специально митинговая блесна. Смотрите, тут блесок. Ну ладно. Сейчас. Значит, хочет воблер. Еще бросок проверочный. Пеструшка гоняет. Пеструшка. Не хочет он металл. Воблер хочет. Будем воблер кидать. Да, наверное. Ну еще разочек, давай. Ладно, давай еще. Сытый гад. Наедая. Ну пеструшка вся толстая. Ладно. Ладно. А вон бежал, маленький. Вот один сорвался, я одного взял, маленького леночка, первого.
Иван, ну-ка иди туда выше, попробуй покидай. Я тебе даю фору. Опа. Вот, опять же, на эту блесну, видите, вот такая вот обалденная блесна собственного производства с ассистиком. Сейчас мы его отпустим. Блин, смотри, крутится и крутится. Маленький совсем. Таких надо, конечно, отпускать. Видите, вот такой вот малечек. Беги. Все. Ну что, Иван? Умное лицо. Подергивание спиннинга. Нету? Короче, блесна пока уделывает воблер. В сухую. Ну ты вот туда, на течение кинь. Давай, я снимаю пока. Кидай на течение вот туда, вверх. Что-то какое-то молоко было, да. Не, ну может быть и это. Ну ладно, вырубим. Давай. Во. Очень хорошее место тут. Тут всегда были леночки. Давай. Хороший, видео неплохое, да. Накололся, Иван. Что у тебя там за это? За какая-то... Безбородый, что ли? Нет. С бородой? О, отлично. Пускай чуть-чуть это. Давай, потихоньку. Пошел, пошел, пошел. Ну. Хороший леночек был. Грамм на 300-400. Не хочет? Что ж такое? Ладно, сейчас попробуем. Ну, вообще, утро. Да. Да, Ярославчик взял все-таки в нашем местечке первым любимым. Леночек. Леночечка. О, красавец такой вот. Вот опять же, блесна. Ну-ка отпусти его, посмотрим, как он плавает под водой. Красавец. Да, отпусти. Сейчас что там будет? Удрал. Еще бросочек делает. Сейчас посмотрим. Хорошие такие экземпляры были. Да, они бежали за ним и видали. Тебя уже усекли. Да, кажет, нет, мы не хотим. Есть шанс еще вот туда вот чуть-чуть. Может быть, они успокоятся. Не так, хочет. Пока этого более-менее такого крупного у меня нового не поймал, да? Да. Ну. Иван, он по мальме гасит. Я ему говорю, Иван, тут мальма есть. Вот смотрите, какой потихонечку, воблер. Иван, это, да. Какая воблер и какая мальма. Да, она красивая, малюсенькая такая. Ну, это Саня Чадина, да? Да. Опять же. Ой, маленькие такие красавицы. Смотрите, какие. Ой, вот воблерочки. Ой, какая малюсенькая. Побежала, побежала. Он закрутился. Ну, мальма это мальма. Опа. Вот такой вот воблерочек зелененький. Опа, давай беги. Ну давай, Иван, еще вон туда, в кусты. О, отлично. Там еще есть. И не один. О-о-о-о. Смотрите, голубь. Опять. Что это? Опять мальма, да что ты каких-то этих монстриков Иван вышибает, блядь, как всегда. Давай, беги. Да беги уже, смотри, крутится, крутится. Да все уже отпустили тебя. Давай еще. Ой, ну начало прям прекрасное, что сказать. Обалденно. Посмотрим, что вверху там будет. Надо таких достойных леночков. Ух-ух-ух-ух, видал, как стремительно. Это тоже мальма. Мальмочка, да. Ты вот туда вот, чуть-чуть в кусты вон туда, Иван, попробуй. Ну, сюда запусти, спусти его. О, о, отлично. Давай, все, пошел. Есть. Ох, хорошая, вот это хорошая. Видишь как? Давай-давай-давай, выводи, сейчас за куст зацепит. О. Видишь, Иван, чуть-чуть не туда попадаешь, и все. И совсем другое. Ну, это нормально, да, уже более-менее как нормально. Неплохая. Хватит, хватит крутиться.
Вот воблерок чадин. 50-й, зелененький. Иван, смотри, какой прошаренный. Я эту зеленую одел, и он тоже зеленую одел. Вот такая маленькая. Ой, красивая, да. О, шикарная рыбка. Беги. Там еще есть по-любому. Ну беги, беги, что ты? Все, пошло. Промах был. Вот, знаешь где, вон там вот дальше, ну видишь, там уже опасно. Там зацеп будет, да. О, спустил, отлично. Давай. Пеструшечка. О, бежит, бежит, бежит. Маленькая совсем. Был туда, опять. Вот сюда, вон туда, там пробовал на течение? Давай, 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 давай. Ну, там линок где-то все равно должен быть. Ладно, сейчас дальше попробуем еще. Иван. Ура! Давай, 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 давай. Эх, блин, чуть-чуть. Ну. Я тут вот уже взял такую неплохую тоже пеструшечку. Давай, добирай ее. О, отлично. Давай, 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 давай. Все уже. Надоело уже, да. Надоел ты ей, Иван. Пластик, шмастик, ну. Все, пошел, пошел, пошел. Ну, если есть хорошая, не выйдут. Что там? Не. Давай вон туда, вон в корчик надо. Ну, более-менее. Давай, давай. Может быть, там и быть. Кущеля. Короче, Иван из листвы пытается что-то вышибить. Пока одни гальяны он носит. Пеструшечка гальян. Нету нифига. Да? А они вон там стоят, прямо на течении. Вот видишь, тут плохо это. Леска. О, пеструшечка. Ух, видел. Маленькая, да? Это несерьезно, Иван. Мальма. Мальма? Ой, опять мальму Иван дышит. Совсем мальков. На мальков перешел. Вышибает. Звереныш. Давай, давай. Поехали. Здесь раньше леночков хорошо встречали. О, была поклевка. Но воды мало. Пау. Пеструхан. Пеструхан, на. О, есть. Пеструлька. Пеструлечка. Это ее маме. Сейчас еще, Иван, подожди, сильно так, нет, так не разгоняйся. Сейчас. Немножко. Выцегоню все равно. Я видел, о, блин, атака, он была. Это да, походу, не надо. О, хороший линок, линок, да. Пеструшка, блин, линок шел такой, достойный прям. Опять пеструлька. Пеструлька. Пеструлька жадная. Смотри какая. Кабанчики такие маленькие, ну пухленькие такие, наедные. Гусеницы уже пошли. И они уже счастливые, довольные. Сейчас мы выходим на линка там. О, вон еще идет. Ух, о, о, что-то есть. Пеструлька. Мальма хорошая. Мальма, это... мальма. Ах, блин, свалила. Вон она, вон она. Даем Иван шанс. Все, заброс. Спиннинг работает. Пластик чадин. Пластик, угли, пластик чадин. О, во, во, вижу, вижу, вижу. Вижу. Давай, давай. Маленький. Давай еще разок туда, да. Неплохой такой леночек там был. Ты ближе сюда подойди его. Да. Ох ты, есть. Блиночек, да? Нет, пеструшка полная. Вот она, вот она. Смотри, что она творит. Садай, это, я под ногами. Вообще наглая, да? Ты медленно слишком, ты побыстрее чуть-чуть. Давай. Ну. О, отлично, давай сюда. Сейчас вот линок будет.
Давай. Оп, мимо. Мимо. Пеструшка. Нет, там ленок был, Иван. Там не другая, здесь подожди, посмотрим. Все, заброс, пошел. Есть. Есть. Нет, не, мальма. Либо пеструшка, либо мальма, что такое. Скот. Скот. Ой, Иван, Иван, что-то у тебя сегодня вообще не фартит. Давай. Тащи, 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 тащи. Опа, мимо. Ой, шел, шел. Вытаскивай сегодня. Уже... Не знаю, какой заброс пошел. Он ткнется и это. О, ты видел, какой большой, Иван? Вот такая вот полозина. Хорош полос. Маленький. Процедуры. Да не хочет, ему холодно. Холодно? Ну да. О, все. Все, хвостом. Я, говорит, сейчас могу атаковать. А-а-а, холодно. Бам, аж врезался. Ты что, блин, не замечаешь, кто ползёшь? Все. Ван, там тоже мелкоту вышибает. Просто из кустов. Опять. Ну вот леночек сел. Один у меня сорвался такой неплохой. Ну такой же где-то, да, Иван? И одного взял, ну вот, на маленький воблер опять же. Иван, а у тебя эти есть ножницы? Да. Дай, пожалуйста, потому что заглотил, заглотил мощно вообще он. Я свои ножницы не взял. Сейчас. Сейчас отпущу. Делаем операцию, короче, у нас тут... Ай-ча-ча-ча-ча, леночек сожрал воблер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да подожди, ты жив будешь сейчас. Он просто его сожрал. Он-то думает, его жрать будешь. Так, так, так. О, видишь, уже. Давай я вот так подержу. Да, надо. Мы его отпускаем только что. Забрали из него воблера. Все, аккуратно, хорошо. Пошел, пошел, пошел. Давай, давай. Опаньки, домой шел. Ну что, я, короче, все. Огонь. Иван вот тоже уже начал зверствовать по линкам. Мелочевку. Мелочевку, да. Большой. Мелочевочка. Давай. Вот такого небольшого леночка взял. На эрбора взял. Сейчас отпустим его. Взял еще одного маленького, поменьше. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Тут терях сидел. Вот тут терях. Он сидел. Терях. Смотри, боевичок, да? Маленький, но боевичок. Сидел в кучерях. Он сидел. Хорошенькая месечка, да. Пробуем. Надо уплатить. О, это под корешкой леночек должен там быть.
Как нет, еще разок. Вот видишь, вот тебе и нету. А он оказывается возле ног. До последнего. Туда еще кинь разок. Нет. Ну, хоть. Не, ладно. Все, обломили. Весь кайф. Не, пеструй. Никак не можем мы их отсюда выгнать. Сейчас еще раз. Попытка. Ты видал, какой там хороший выходит, Иван? Выходит одно, уже что-то не хочет он брать. Тоже надоел, да? Конечно. Летали воблера, блин. Накололись, блин. Промахивались что-то. Сейчас еще разок. Нет, все, инстинкт уже не срабатывает, говорит, пошли вы нафиг с вашей. Я сейчас вот туда вниз еще заброшу, может там внизу у них. Под низ, давай. Во-во-во. Опа, маленький. Нет, на мель, все. Увидел мель, говорит, на мели не хочу. Еще разок. Оп. Понеслась. Так, не. Выходит и обратно заходит, да? Не хочет. Короче, Ярослав наконец-то зацепил кое-что стоящее. Кидал. Аж даже свечка была. Хороший леночек такой, достойный. Стоял под кустиками тут. Да. Ништяк. За весь день такой стоящий леночек. Очень такой хорошенький. А тут что-то, блин, скучно. Мелкие, в основном одни мелкие. Ну вот, хорошенький такой. Красавец. Ах, какой. Ну, грамм сколько? 500-то и железный. Ах, какой, а. Да. Хорошенький такой. Леночек. Вау! Ух! Yes. ВБХСС. Где-то грамм. 400, наверное. Смотри, его выдрали, что-то, видать, хватало, да? Да, вот. Какой-то он уже, это, бушный. Хороший. Сейчас будем запуливать его еще. Да. Хорошо так взял. Сейчас будем отпускать. Рукоятки. 22, ну где-то... Ох! Почти упал, почти поймал, а сейчас отпустим его. Хороший. Для этой реки нормально, вполне сойдет. Ну что ж, давай, родимый. Живет, плодится.